Пасхальное послание патриарха Московского и всей Руси Кирилла, архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Возлюбленные Господи, собратья архипастыри, всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, с радостью приветствую вас древним и во все времена новым, и жизнеутверждающим победным восклицанием «Христос воскресе!» В этом дивном созвучии поистине животворных слов основание нашей веры, дар надежды, источник любви. Еще вчера мы вместе с учениками Господа скорбели о смерти своего любимого Учителя, а сегодня со всем миром, видимым и невидимым, торжествуем. Христос бо воста веселье вечное. Еще вчера, казалось, была потеряна последняя надежда на спасение. А сегодня мы обрели твердое упование на жизнь вечную в невечернем дне Царствия Божия. Еще вчера призрак тления давлел над творением, ставя под сомнение сам смысл земного бытия. А сегодня мы возвещаем всем и каждому о великой победе жизни над смертью. Богодухновенный апостол Павел, говоря о значении чуда, произошедшего в ту далекую, но всегда близкую каждому христианину ночь, прямо указывает, что это событие важнейшее для нашей веры. Ибо если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Пасха Господня – сердцевина и непреоборимая сила христианства. Она, по слову святителя Филарета Московского, творит надежду, воспламеняет любовь, окрыляет молитву, низводит благодать, просвещает мудрость, уничтожает всякое бедствие и даже саму смерть, придает жизни жизненность, делает блаженство не мечтой, а существенностью, славу не призраком, но вечной молнией вечного света, все озаряющий и никого не поражающий. С верой воскресения Христова неразрывно сопряжена и вера Церкви в то, что воплотившийся Сын Божий, совершив искупление рода человеческого, разорвав оковы греха и смерти, даровал нам подлинную духовную свободу и радость воссоединения со своим Создателем. Всему бесценному дару Спасителя в полной мере причастны все мы, собравшиеся в эту светозарную ночь в православных храмах, дабы насладиться, по слову святителя Иоанна Златоуста, пиром веры. Пасха – кульминация тернистого пути Спасителя, увенчанного страданиями и голгофской жертвой. Не случайно в свято-отеческих и в литургических текстах Христос многократно именуется подвигоположником нашего спасения. «Образ бодах вам», — говорит Господь ученикам, и призывает всех нас следовать примеру Его жизни. Но как же мы можем подражать Спасителю? Каким может быть наш подвиг применительно к реалиям современной жизни? Сегодня, когда мы произносим это слово, в сознании людей нередко возникает образ некого легендарного воина, исторического деятеля или знаменитого героя из прошлого. Но смысл подвига заключается вовсе не в стяжании громкой славы или обретении всеобщего признания. Через подвиг, неизменно связанный с внутренним усилием и ограничением себя, мы имеем возможность опытно познать, что есть настоящая и совершенная любовь, ибо жертвенность, лежащая в основании любого подвига, есть высшее проявление этого чувства. Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатленной в самоотверженном служении ближним, а наипаче тем, в
кто особенно нуждается в нашей поддержке, страждущим, больным, одиноким, унывающим. Если этот закон жизни, который так ясно был представлен и выражен в земной жизни самого Спасителя, станет достоянием большинства, то люди будут по-настоящему счастливы. Ведь служа другим, человек обретает несравнимо больше, чем отдает. Сам Господь входит тогда в его сердце, и через приобщение божественной благодати меняется вся человеческая жизнь. Как без труда нет святости, как без Голгофа нет воскресения, так и без подвига невозможно подлинное духовно-нравственное преображение личности. Когда же подвиг становится содержанием жизни не только отдельного человека, но и всего народа, когда в устремлении к горнему соединяются сердца миллионов людей, готовых защищать свою родину, отстаивать высокие идеалы и ценности, тогда происходят поистине удивительные, чудесные, порой даже необъяснимые с точки зрения формальной логики вещи. Такой народ обретает огромную духовную силу, побороть которую оказываются неспособными никакие бедствия враги. Ярким свидетельством правоты этих слов является победа в Великой Отечественной войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего народа. 70-летие сей славной даты мы торжественно отмечаем в нынешнем году. В скорбях и искушениях мы призваны сохранять спокойствие и бесстрашие, ибо нам даны великие и славные обетования о победе над злом. Нам ли унывать и отчаиваться? Мы составляем Церковь Христову, которую по неложному слову Господа не смогут одолеть даже врата ада. И о нас свидетельствует Божественное Откровение, предрекая, что отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение Иоанна Богослова. Молитвенно желаю всем вам, преосвященные собратья, архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, силы духа и твердости в вере, мира и неоскудевающей радости о поправшем смерть Господе, проникая светом воскресения Христова и приобщаясь тайне пасхального чуда, поделимся же нашей торжествующей радостью с ближними и дальними, всем свидетельствуя о восставшем из гроба Спасителе. Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и утешают, даруют подлинную радость бытия и вдохновляют на добрые дела пламенные слова пасхального благовестия. Христос воскресе! Кирилл, патриарх московский и всея Руси, Москва, Пасха Христова, 2015 год. И пасхальное послание митрополита Волгоградского и Камышинского Герман, главы Волгоградской митрополии, клиру и пастве Волгоградской митрополии. Удивительно пишет наш владыка, очень кратко, но так по-отечески, но так, наверное, самое главное, возлюбленная Господи паства, Христос воскресе! Приношу вам, братья и сестры, сердечное пасхальное поздравление и желаю светлой спасительной радости от воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, чтобы нам своим пасхальным праздником удостоиться от воскресшего Спасителя нашего стать участниками Его воскресения. Весь строй пасхального богослужения способен вместить всех нас, всю Церковь, таинство воскресения, светлое торжество нашей сопричастности, торжество нашего воскресшего Господа и Его Церкви. Надо думать, что мы подготовились к этому пасхальным постом, очищением от грехов во время исповеди и получили возможность причащения святых тайн тела и крови Господа. Было бы хорошо сохранить это счастье единения с нашим Спасителем на всю оставшуюся земную жизнь,
удостоится вечного блаженства с нашим Господом. Аминь. Герман, митрополит Волгоградский и Камышинский, глава Волгоградской митрополии, Пасха Христова, 2015 год, Свято-Духов монастырь, Волгоград. Вот действительно, лучше не скажешь, что дай Бог нам сохранить это счастье, этого единения на всю оставшуюся жизнь. Наверное, этими словами мы сегодняшнее торжественное праздничное богослужение завершим, но не завершим празднование Пасхи Христовой, которая только вошла, скажем так, в нашу жизнь. Вся предстоящая неделя называется светлая, пасхальная, радостная неделя. И тоже хотелось бы пожелать и предложить при определенной степени подготовки сохранить такую чистоту, хотя бы относительную чистоту своей совести, чтобы можно было причаститься и в какие-то из последующих дней Пасхи Христовой. Ведь не для того 50 дней постился человек, чтобы один день, один час порадоваться, а чтобы принимать участие в этом пире веры. Конечно, при определенной подготовке, о чем мы говорили всю прошедшую страстную седмицу неделю. Христос воскрес! 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 Сегодня... Там он сейчас закрыт. Нет, еще не там. Да, это будет.